Колись на цьому стадіоні Лобановського грав ще один футболіст, якого ви прекрасно пам'ятаєте. Це Горан Попов. Цього тижня ми поспілкувалися з колишнім футболістом «Динамо». Він розповів дуже багато цікавого про Андрія Шевченка. Розповів, з ким співав караоке та кого ненавидів на футбольному полі. Далі, я сподіваюся, що цікаве інтерв'ю для вас. Хто виграє лігу чемпіонів в Мюнхені в маї? Чесно сказав, я дуже рідко смотрю футбол. Жарти, сильна ліва нога, довгі бородачі, туси з мілею та чубунина зі сирною. Це все про нього, єдиного легіонера у складі «Динамо» з Македонії. Згадали, історія Горана Попова у Києві почалася 2010 року. Тоді ми були на... ми грали з Румунія і, думаю, Азербайджан, не пам'ятаю точно, в Австрії, зборна Македонії. Приїхали тоді скаути з «Динамо» Київ, були скаути теж «Шахтер». Мне звонили с Германии, везде. Игорь Михайлович сказал: «Горан, смотри, мы хотим тебе, никакой Шахтер, никакая Германия, приезжаешь ко мне, мы сделаем контракт». Mm-hmm. Я говорю: «Хорошо, я приеду». Так что он взял, я этот момент рассказываю везде, он взял у себя бумагу и ручку и мне сказал: «Я тебе напишу сейчас 5 лет контракт, а ты посмотришь, если тебе нравится». Он, когда мне показал этот контракт, я согласился сразу, потому что это деньги очень хорошие, которые нигде в Европе не может зарабатывать такие деньги. Каждый год играет Лига чемпионов или в группе Лиги Европы. У меня в «Динамо» была самая большая плата всю карьеру, точно, это точно. Да. І ось перший збір з новим клубом у теплій Іспанії. Було хвилююче, адже одного знайомства хотілося найбільше. І коли я підписав «Динамо» Київ, я говорю: «Там Шевченко, я як буду там грати в футбол, як буду з ним спілкуватися, тому що він великий футболіст». Сначала, когда я приехал в Марбелье, в Австрии, он шутил просто, остальные, как были раньше, левые защитники в «Динамо» Киев. Говорит: «Вот нам такой мужчина нужен, такой игрок». Он просто пошутил. Я тогда увидел в лицом, что он очень хороший человек. Угу. Поэтому и на таких людей Бог дает. Поэтому он сейчас хороший тренер. Я надеюсь, что и в Евро Украина будет супер и сделает то, что надо. В Португалии я смотрел эту игру. Открыл себе одно пиво и смотрел за Украину, конечно. Он очень спокойный, он никогда ничего не говорит. Он приедет и он скажет: «Горан, ты такую ошибку сегодня сделал, ты сделал так, ты должен вот это сделать, чтобы было лучше». Очень спокойный и никогда не кричит, как мы умеем, я и Милевский. А кто самый веселый был? Кто мог разрядить обстановку шуточками? Я. Милевский. Ну, я, Милевский, раздевал эти веселые, потому что я могу петь все время пою. Это мое в раздевалке, после тренировки, перед тренировкой, в сауне. Только во время игры никогда нет. Я знаю много песен. «Елка», «Вера Брежнева», «Любовь спасет мир». У меня есть много песен, которые я знаю. Одразу видно, что песни співали не під шампанське, бо відкурковувати його Горан так і не навчився. Зате майстер-клас Мілевського отримав прямо на полі одразу після Суперкубка 2011 року. Але для Попова та гра запам'яталась не лише святкуванням. Самая скандальная игра для меня, я увидел видео, когда я начал драться там с Сарна. Это было, когда мы выиграли Суперкубок 3-1. Думаю, на стадионе в Полтаве. Потому что у него была уже одна желтая карточка у Сарна. Mm-hmm. Хотел, чтобы он получил красную и чтобы легче играли. Mm-hmm. Но и мы так выиграли 3-1 без mm-hmm. проблем. Мы после игры лучшие друзья, но во время игры мы были как собаки. Во время игры я не любил его, просто как игрок, такой характер. С Шахтером, с Днепром, с Металлистом это были самые лучшие игры. Но в Facebook смотрю все время, что-то там случилось с Тайсоном, расизмом, не знаю что. Последнюю игру. Полностью, которую смотрел, была в Лиге Европа. Динамо Киев все время, они нападают все время. Но нету в конце, когда нет таких игроков, которые были раньше, как Милевский, Ермоленко, как Шевченко, которые умеют забить. Есть сейчас все, я вижу в команду, что есть много молодых футболистов, но у них есть время, чтобы научили и чтобы показали. Игрок, лидер команды, и как я вижу, мне очень нравится словенец. Вербич мне очень нравится. И, конечно, где-то 20 дней назад
Чумачечий гол забил Попов. Захисник Попов і захисник Попов. Цілком ймовірно, скоро познайомляться. Македонець збирається стати футбольним менеджером і навідатися до Києва. Греція, Польща, Нідерланди, навіть Англія. Широка географія кар'єри має допомогти. Зараз займаюся пенсією. 2008 року я почав покупати домах, квартири. І зараз просто я кайфую в пенсію і віддихаю. Я даю привіт не тільки Мілецькій, а даю привіт всім. Всім. Динамо Киев, все болельщики, и передаю привет весь Украина. Насправді дуже приємно було спілкуватися з Гороном, і ми пообіцяли з ним ще раз зустрітися і записати інтерв'ю, коли він приїде до Києва. Він обіцяв зробити це найближчим часом. Ну, чесно кажучи, дуже цікаве інтерв'ю. Я от перший раз його побачив. Я вам хочу сказати, що я ще чекаю відвертості, тому що справді така відверта людина, така щира, така вся на все цьому... напряму. Все напряму, але дуже цікаве інтерв'ю. Я думаю, що він може багато ще цікавого розказати. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.